А вот обзор фотографий, которые сегодня сделаны относительно гирицы. Рост мицелия, это 5 дней прошло с дня инокуляции. Вот внешний вид, так выглядит рост мицелия гирицы. Ну, тут особо нечего комментировать. Просто посмотреть, как растет мицелий. Ну, не растет, а вот так он выглядит на сегодняшний день. Вот там в уголке есть дата. На банках тоже есть дата. Так что можно все увидеть. Сейчас найду более такой вот замечательный. Есть фотография. Ну, приблизительно. Вот здесь хотелось бы остановиться. Вот так вот выглядит рост мицелия. Там, по-моему, есть фотографии вот получше. Диаметр шканта 8 миллиметров. Так что можно приблизительно так рассчитать вот длину этих ниточек. Здесь возьмем более крупно вот это зернышко. Очень похож на рост, похож на хлопок. Вот, продолжим наблюдать за этим всем. Вот такая чудесная фотография. Вот приблизительно так выглядит рост гирицы. Гирициевые относятся к семейству сыроежковых. Вот что неудивительно. Поинтересуйтесь в интернете, посмотрите, что там есть. Материала очень мало относительно Википедии. Но то, что есть, в общем, классификацию можно посмотреть. И там, ну, посмотреть, что об этом написано. В эту группу входят самые разные грибы. От привычного нам вида ножка-шапка и до гирицы ежовика, вернее коралловидного, который вообще растет в форме, в виде коралла и вообще не похож, ну, на общепринятое наше понимание грибов. Здесь тоже очень такая замечательная фотография. Вот такие глазки, и из этих глазок растут такие вот реснички, скажем так. Вот видите, это лежит три шканта, то ниточки вот от левого зернышка, они перепрыгнули уже через второй шкант, то есть длина приблизительно около 2 сантиметров этих ниточек. Смотрим дальше. Вот еще раз обратим внимание, вот какая красота. Такая, что-то похоже на какую-то рожицу такую, с ресничками около глазок. Ну, потом, когда мицелий более плотно образует зарастание вот этих шкантов или палочек, то так наглядно мы не сможем уже рассматривать мицелий. Это будет белая такая пушистая ватная масса. А вот сейчас можно рассмотреть отдельно каждое растущее зернышко. Вот так красиво это все происходит, колонизация этих палочек. А вот здесь видим рост ежовика в посуде. Здесь есть немножко лучшая фотография. Возьмем более крупно. Такое, как рисунки мороза на стекле. Видим коралловидное разрастание такие по стенках. Ну и вот сам коралл вот в центре. Это уже ежовик коралловидный. Вот еще раз возьмем. Вот какая красота. Можно как на рабочий стол заставку сделать вот такую. Смотрим дальше, что у нас. Еще одна такая. Тоже красивая фотография. Ежовик коралловидный. Ну, приблизительно он такой маленький. Это в бутылке он маленький, потому что биологическая энергия этой питательной среды позволяет ему вырасти только вот в таких размерах. И вот для сравнения ежовик гребенчатый. Ежовик гребенчатый, он имеет немножко другой вид. Ну, такая фотография уже грибов пока у меня нету. Когда будут, я тогда сфотографирую и поделюсь. А внешний вид ежовика гребенчатого можно посмотреть в Википедии, в интернете. И так вот себе сравнить, чем они отличаются. Ну и вот такие замечательные примеры роста мицелия. Ну и более крупные вот такие фотографии. Вот. Вот эти красивые кораллы. Вот еще один. И вот более крупно рост мицелия в банке. Ну и вот все. В общем, пока по
это пятый день роста мицелия. Вот такие у нас материалы. И в дальнейшем будем наблюдать за происходящим по вопросу выращивания гериция.